Ну что, попробуем красавицу Лауриту поставить в стоечку, насколько возможно это сделать щенком, и чтобы вам было хорошо видно. Вот такая перспективная, шикарная, красивая девочка, нарядного окраса, стоимость 120 тысяч рублей. Носик курносик, очень красивая, правильный постав ушей, лап, хвоста, спинка ровная, очень красивая девочка. Напряженно себя чувствует, но при этом это не мешает ей быть такой очаровательной и эффектной. Посмотрите на это чудо, но она очень красивая. Вот просто девочка мечта. Девочка мини-размера, поэтому она не предлагается в разведение. Я не думаю, что она дорастет до такого хорошего племенного размера. Поэтому, ну, перспективно для выставок. Сейчас мы еще куколку у тебя посмотрим зубки. Я туда, конечно, заглядывала, но мне интересно, как продвигаются ножницы. Клыки в замке, зубы 6 на 6. Дай мы куколка пересчитаем. Внизу, внизу не вижу, все вижу, 6. 6 на 6. Вот такая вот красивущая Лаура. Ты хорошая девочка. Ну давай покажем, какая ты веселушка.